Все больше европейских политиков открыто выступают за отмену экономических санкций в отношении России. Ошибкой назвал ограничительные меры бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, комментируя в эфире телеканала «Франс 5» сложную ситуацию в сельском хозяйстве страны. По его мнению, снять санкции следует как можно скорее. Это был глупый шаг. Санкции не возымели ни малейшего воздействия на Россию в сфере международной политики, а лишь ухудшили с ней отношения. Эти санкции в то же время разоряют как французских, так и в целом европейских фермеров, потому что все это единая экономическая система. Необходимо добиться того, чтобы все страны Европейского Союза требовали отмены этих санкций. Президенту Франции Франсуа Олланду давно пора стукнуть кулаком по столу и добиться такой меры.